Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим, с кем сведет вас судьба, с кем будут у вас новые отношения. Настройтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал и смотрим, какая сейчас у вас ситуация, какой вы. Так. А вы знаете, та ситуация, которая сейчас у вас сложилась, она ведь-то судьбоносная. Та тяжесть, боль, та злость и агрессия на вашу женщину, она-то ведь по судьбе так было предрешено свыше. Вы прошли некий этап со своей женщиной, и сейчас вы кто-то в ссоре, причем ссора довольно серьезная. Кто-то же вообще расстался, принял решение расстаться. И вам сейчас действительно очень тяжело, вы настолько в тупике находитесь, вы настолько обозлились. У кого-то может проиграться, что вам открылась какая-то тайна, либо же вы узнали, возможно, о своей женщине то, что вы раньше не знали. Возможно, кто-то узнал, что женщина изменяет, обманывает или еще какие-то неприятности. То есть, знаете, вам открылось что-то такое, что очень сильно вас разозлило на самом деле. И сейчас вам очень и очень тяжело. Вы не знаете, возможно, как жить дальше. Возможно, знаете, хотя да, посмотрите, вот выпали карты. Вас, возможно, даже пугает будущее. Вы по жизни победитель. Вы привыкли своего добиваться. Вы привыкли зарабатывать деньги, неплохие деньги. Но сейчас вас то ли пугает ваша будущая жизнь, да, вы не знаете, будет ли у вас другая женщина, сможете ли полюбить вы другую женщину. То есть у вас вопросов больше, чем ответов в душе. Вы просто не знаете, вот как поступать, стоит ли вообще заводить новые отношения, стоит ли знакомиться с кем-то. Да, особо и не хочется, потому что, скорее всего, еще вот эта боль, обида и злость на вашу женщину, она не прошла. Так, что еще? Да, вам настолько сейчас неприятно, столько агрессии. Но знаете, в вашей жизни появляется новая женщина. Пройдет какой-то период, пока вы перестрадаете, перегрустите. Появится совершенно новая женщина, причем женщина очень активная такая, женщина, в которую, возможно, вы даже влюбитесь с первого взгляда. Это может быть как красотка какая-то, вот фигуристая, знаете, вот женщина очень такая соблазнительная, поэтому страсти у вас будут кипеть и бурлить. А пока вы уйдете, скорее всего, с головой в финансы, в работу, в зарабатывание денег. Просто даже, знаете, чтобы отвлечься. Потому что, ну посмотрите, ну вам сейчас очень и очень плохо. У кого-то может проигрываться сейчас даже финансовые затруднения в вашей жизни. Потому, возможно, вы возьмете какую-то подработку, может быть, сверхсрочную работу. Потому что сейчас у вас пока на первом месте это зарабатывание денег. Личную жизнь вы отодвинули на второй план. Да и какая личная жизнь, когда в душе все пылает и горит, когда хочется просто завыть на луну, да, грубо говоря. Когда, возможно, кто-то даже ночью в подушку плачет. Несмотря на то, что вы мужчины, да, ну, проплакаться иногда полезно даже мужчинам, просто чтобы выплеснуть весь этот негатив, который у вас накопился в душе. Итак, какая женщина появится в вашей жизни? Да, как я уже говорила, женщина, возможно, даже огненного знака. Или же женщина довольно активная. Причем, знаете, карты показывают, что это должно, в общем-то, в скором времени случиться. После ваших вот этих разрывов, страданий должно пройти, ну немного, в принципе, времени. Причем она, знаете, появится в вашей жизни очень неожиданно. Это может быть какое-то случайное неожиданное знакомство. Это может быть, знаете, вот по работе, в деловой сфере.
Причем женщина, знаете, будет настолько вот такая, ну как сказать, соблазнительно страстная, вот от нее как будто, знаете, вот флюиды будут идти, вот настолько она будет притягательная, соблазнительная, то есть, ну это будет какой-то ну, мгновенное такое чувство зародиться. Просто вот любовь с первого взгляда, хочется сказать. Настолько вот она как-то поразит то ли внешностью, то ли фигурой. Может быть, манерой общения. Так, да, посмотрите, по тузу кубков у вас на горизонте совершенно новая женщина, новая любовь. Хотя, в общем-то, у вас по жизни выбор среди женщин есть. Я не могу сказать, что вы прям такой монах, холостяк, прям такой, что вообще на женщин даже и не смотрите. Сейчас, да, сейчас вы полностью, вы знаете, у вас будет еще плюс хороший шанс подзаработать неплохую сумму денег. Либо же кому-то вернут крупную сумму, возможно, у вас кто-то одалживал ее. Может быть, наследство, там, отпускные, премии, все что угодно. То есть должна финансовая сфера стабилизироваться, у кого сейчас проблемы. Вам будет дан шанс на улучшение как личной жизни, так и финансов. Это действительно, еще раз повторюсь, та ситуация, которая сейчас у вас происходит, это действительно, вот как в начале расклада было по колесу фортуны, это судьбоносная ситуация. Даже если это конфликт, разрыв, так было суждено, значит, вы должны были пройти какой-то просто период со своей прежней женщиной. Да, посмотрите, у вас появляется другая женщина, женщина, которую вы влюбитесь. Возможно, еще, знаете, эта женщина, может быть такой вариант, она может быть не свободна. Либо же она в отношениях, либо же у нее муж. У вас может быть даже с кем-то такая небольшая борьба за эту женщину. Она настолько вот поразит вас, что вы будете готовы драться за эту женщину. Ну, не в прямом смысле, конечно. Но вы будете ее отстаивать и завоевывать. Да, посмотрите, какие потрясающие карты у нас выпали. Женщина, с которой, вот знаете, завершится вот ваш цикл, цикл страданий, цикл неприятностей, вот ваша черная полоса, и по солнцу у вас все наладится и в личной жизни, и в финансах. Посмотрите, у вас будет и финансовое благополучие, и в личной жизни вы будете любимые, счастливые. То есть вот эта вот негативная полоса, которая сейчас, она совершенно уходит на задний план. Возможно, у кого-то проиграется даже рождение ребенка с этой новой женщиной. Поэтому, дорогие мужчины, кто сейчас грустит, страдает, ничего не хочет, уже ни во что не верит, ни в какую женскую любовь, порядочность, поверьте, появится очень скоро в вашей жизни женщина, с которой действительно вы вернетесь к жизни, с которой вы расцветете и вспомните, что есть еще настоящая любовь. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!